сотни, толпы, на каждой станции метро, везде в касках. Как будто сейчас террористы будут. Причем смысл, да, куратор сказать, типа, вы идете на перрон, поднимаете правую руку. Какие смелые, да, вот, и как вы видите, таких смелых практически не оказалось, потому что те люди, которые сразу поднимали руку, ох, с ним сразу с вопросиками подходили. Слив просто был, происходил, куда приходили националисты, там уже были сотрудники правопроизводства. Отсутствие, в принципе, какого-то шифрования, отсутствие, вы же банальных каких-то вот, ну, организационных моментов, которые у Ленина уже были перечислены. Короче, ну нет. Да, тут сейчас прозвучит оксюморон, если вы националист, вы должны читать Ленина.